что мы отмечаем не просто праздник, но выдвигаем свои требования. Требования, связанные с возвращением всех прав, которые попраны нынешней властью в России. Проведение референдума – это наша программа минимум по выводу страны из кризиса. И более организованным действием всей патриотической оппозиции. Ленин, партия, комсомол! Ленин, партия, комсомол! Мы все погибнем, и вместе выступал против фашистского рейха. Нас не делили на русских, украинцев, белорусов, армян, грузин, азербайджанцев. Слава советским российским женщинам! Ура! Колонии Южного округа, студенты и преподаватели Московской. Организованные выступления всех масс против этой власти.